11 сентября 2001 года. В 8 часов 50 минут угнанный террористами пассажирский «Боинг» протаранил башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Через 18 минут еще один «Боинг» врезался во вторую башню. Сам момент столкновения оказался заснятым на видео и позднее, при показе, ничем не отличался от ударного эпизода из какого-нибудь голливудского боевика. К месту катастрофы было подтянуто свыше 10 тысяч пожарных и полицейских, однако спасательные работы были не слишком успешными. В зданиях начался пожар. Люди, работавшие на верхних этажах, оказались в западне. Они в отчаянии пытались привлечь к себе внимание. Некоторые не выдерживали нервного стресса и выбрасывались из окон. В 10 часов 07 минут первая башня рухнула, вскоре рухнула и вторая. Под обломками погибло около 3000 человек. В 9:30 с обращением выступил президент Соединенных Штатов Джордж Буш. В Америке произошла национальная трагедия. Два самолета врезались в центр всемирной торговли в рамках несомненного террористического акта, направленного против нашей страны. Во взрывах обвинялась организация «Аль-Каида», возглавляемая международным террористом номер один Усамой бен Ладеном, которого укрывал режим талибов в Афганистане. Террористы-смертники, взявшиеся за штурвал самолетов, вдохновлялись идеей священного джихада против западной цивилизации и ее лидера Соединенных Штатов. В октябре началась международная контртеррористическая операция США против режима талибов в Афганистане и организации бен Ладена. Обломки башен разбирали почти год. В годовщину трагедии в Нью-Йорке прошла поминальная церемония, на которой были зачитаны имена всех погибших. Среди них были и российские граждане.